Ну а сейчас немного о погоде. Морозы отступают. Обширный антициклон, который принес понижение температуры на большей территории страны, начинает сдавать позиции, сообщает КАЗ-Гидромет. Синоптики прогнозируют потепление и небольшой снег. Между тем, жителям на западе, юге и юго-востоке страны придется еще потерпеть неустойчивую погоду. Осадки в виде снега, гололед, ветер с метелью. А в ночные и утренние часы возможен туман.